Биоинженерия – одно из перспективнейших научных направлений, при помощи которой можно создать новые органы или даже части тела для их дальнейшей пересадки живому человеку. Этим заинтересованы не только популярные ученые, как Паоло Макиарини, но и молодые специалисты в области медицины. Как раз они-то и стали участниками конференции «Новые подходы в тканевой инженерии». Сегодня подводятся некоторые итоги его исследований за все эти годы, плюс намечаются новые направления, которые будут развиваться, в том числе и на базе Казанского федерального университета. Один из приоритетных проектов биоинженерии – трахея. Так, например, зарубежным ученым Паоло Макиарини была пересажена искусственно выращенная трахея, созданная из синтетического каркаса. Кстати, ученые вместе со студентами Казанского федерального сейчас работают над своими новыми проектами. До недавнего времени я работал в Краснодарском университете, но здесь инфраструктура лучше, и еще мне нравится, что в Казанском федеральном уникальная взаимосвязь между университетом и университетской клиникой. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.